Thank you.
Soul. Прямая трансляция. Омния.
всем, друзья, большой привет! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Фил. Ну что, я рад сообщить вам о том, что состоялось событие, которое мы ждем каждые полгода. Это фестиваль трансмиссия, который сегодня, 15 октября, проходит в Москве в клубе Space. У нас сегодня очень интересный состав. Я напомню, что главные гости Ален, Фила, Омния, Александра Бадой, Александр Попов, который, кстати, уже отыграл сегодня. Впереди также Reorder, Алекс Эндер, ваш покорный слуга Фил, ну и, конечно же, Мегамикс. Омния выступает прямо сейчас. У нас, кстати, есть также и второй танцпол. Мы впервые сделали его в фойе. Там выступают Sun Brothers, Make One и Hydrogenio. Я напомню, что всю ночь мы с вами слушаем самую лучшую прогрессив и аплифтинг транс-музыку исключительно здесь, на Радио Рекорд, на 130 городов вещания. Также нас можно послушать и через интернет. В общем, будьте с нами, друзья. А если вы в Москве, то заглядывайте. Клуб Space, мы ждем вас в гости. Вроде как билеты на входе еще пока есть. Fire.
Прямая трансляция. Омния. Друзья, у нас продолжается прямая трансляция фестиваля Transmission Galaxy из Москвы. Мы находимся в клубе Space. Еще раз всем огромный привет. Прямо сейчас у нас выступает наш замечательный друг, очень талантливый музыкант, который совершает большое количество путешествий нынче. Его зовут Омния. Мы с ним попозже тоже пообщаемся здесь. А прямо сейчас рядом со мной находится не менее талантливый артист, которого я знаю гораздо дольше, чем Женю Омния. Его зовут Александр Попов. Саша, тебе большой привет. Привет, Фил. Привет всем слушателям Радио Рекорд. Александр Попов сегодня открывал главную арену фестиваля «Трансмиссия». Саш, я хочу тебя спросить, быстро ли наполнилась арена? Да, к моему удивлению и к моей радости, уже где-то минут через 20 практически полный был танцпол. И люди с такими правильными позитивными эмоциями с самого начала начали отрываться, танцевать. Было очень круто. Люди будут изучать твой трек-лист. Скажи, там был какой-то эксклюзив, о котором никто еще не знает? Да, сегодня был новый транс-трек в исполнении меня и брата Армина Эллер Ван Бюрена, который выйдет, наверное, уже в следующем году. Был новый мой синт-инструментальный, который выйдет. По-моему, еще что-то было из эксклюзива, да. Скажи, пожалуйста, сейчас такая появилась интересная тенденция, которую подхватили Хитбит, Крис Швайзер, Марк Сиксма, даже Женя Омния, который сейчас играет свои любимые 128 ударов в минуту. Все решили сделать аплифт. Забабахали такую аплифтовую историю. 136, 138. Расскажи свои планы на этот счет.
Но мне кажется, там больше мода ушла все-таки в тек и псай, транс элементы. Это не классический аплифт. Я, кстати, трек вот этот селлером, который сделал, тоже он в скорости 136 ударов в минуту. Это более классический транс, мелодичный. То есть я не очень люблю вот эти вот жесткие оттенки, как хит-бит, тек и псай транса. Я пытаюсь возвращаться к своим корням и делать мелодичный, красивый транс. Какие планы у тебя по лейблу «Армада»? Я имею в виду альбом, я имею в виду компиляция. Что впереди? Мы продолжаем с «Армадой» серию компиляций «Интерплей». В этом году уже вышла эта компиляция. В следующем, я думаю, что тоже обязательно выйдет. Уже через несколько дней я буду играть на ДЕ в клубе «Армады». Они сделали в офисе своем специальный клуб. И на вечеринке «Армада Инвайт» я представлю свой эксклюзивный сет. Сашка, тебе большое спасибо за то, что ты всегда с нами. Большой привет Саратову. Я недавно там был, ну как недавно, весной был. Там было очень хорошо. И спасибо тебе за то, что ты пишешь красивую музыку, потому что красота спасет мир. Это точно. Спасибо тебе большое, Фил. Это был Александр Попов. Друзья, он сегодня открывал фестиваль «Трансмиссия». Ему огромное спасибо, как и всем артистам, которые сегодня выступают. Он мне прямо сейчас за вертушками. Впереди уже через 24 минуты я встану. Ну и затем выступление Александра Батой, Алин Фила, Реордер. В конце будет выступать Александр. Ну и у нас есть второй танцпол, на котором играют Sun Brothers, Make One и Hydrogenio. Это Радио Рекорд, прямая трансляция из Space Moscow, трансмиссия Galaxy.
Радио Рекорд, первая танцевальная России. Прямая трансляция из Москвы, фестиваль Transmission Galaxy. Прямо сейчас Омния за вертушками. Ну и совсем скоро, уже минутки через три, я, диджей Фил, начну играть. После меня живое выступление с Александрой Бадой, с которым мы начнем вместе с исполнением нашего совместного трека. Мы, кстати, с Александрой также снимаем видеоклип на наш трек «Диджей Фил». Так что, если вы хотите попасть в камеру, то, соответственно, надо быть очень близко к сцене. Затем Мегамикс, потом будут Алиен Фила, Реордер и в конце Алекс Эндер, это музыкант из Омска, приехал нам в гости на фестиваль трансмиссия. Если вы недалеко, обязательно заглядывайте к нам в клуб Space в Москве. Если вы далеко, слушайте прямую трансляцию на Радио Рекорд. We'll be right back.
Thank you.